Приближается один из самых важных православных праздников – крещение. На Руси издревле считается, что купание в этот день способствует исцелению от различных недугов. В Славянском районе 19 января окунуться в крещенскую воду можно будет в двух специально оборудованных местах. Для этого в поселке Забойском по улице Центральной на берегу реки будет организован специальный спуск в воде. Там будут дежурить спасатели, медики и полиция. Также окунуться в крещенскую купель можно будет на территории храма Александра Невского в поселке Совхозный. Храм будет открыт с 7 часов утра и до 18 вечера. Обязательно соблюдение формы одежды. На мужчинах должны быть плавки и футболка, на женщинах – купальник и сорочка. На территории храма праздничные службы и великое освящение воды будут проходить с 23 часов 18 января.